как проходит твое утро? Смотри, я, например, еще темно проснулся. Смотри, сейчас я тебе покажу. На улице еще мороз, холодно. Я уже собираюсь ехать. Смотри. 6 утра. Это же героический поступок. Просыпаться в 6, когда можно просыпаться в 10. Кофе себе делаю. Сейчас собираюсь выезжать. На чем? На Роллсе. Куда? К самому великому мастеру продаж. Вот видишь? Кофе. Потому что там придется сидеть целый день. А ты что сделал за последний месяц? Во сколько раз ты увеличил свои продажи? Вот этим я с тобой поделюсь следующую неделю. Потому что секреты я не могу таить. Буду рассказывать всю правду, как оно есть.